Техникс, РСМ-77, дорогие друзья, товарищи. Интересный аппарат, металлический, большой, тяжелый, под 10 килограмм весом, конца 70-х годов. Дека с электронно-логическим управлением, красивым индикатором, регулируемым по подсветке, с пиком, с пиковым уровнем. Регулировка также сзади есть, ручная, плавная. Пишет на все типы лент: Normal, Chrome, Ferrum Chrome, Metal. Можно регулировать ток подмагничивания. Вот она, крутилочка. Сейчас он настроен мной на все типы лент. Normal TDK, D90, Chrome Maxel, капсули, совпадающие с XL2 в основном. Ferrum Chrome BASF и металл Sony XR. Последний также совпадает. Настроек у него очень много, у этого аппарата. Под все типы лент полная настройка осуществляется по уровню на Normal и на металл, а по подмагничиванию только на Normal. Ну и, соответственно, полноценно настроиться можно только на две эти ленты. Chrome и Ferrum Chrome по подмагничиванию приблизительно. Также и металл подмагничивания настраивается только одним резистором переменным внутри. Проверяем запись с компакт-диска Sony CDP 3/5 ESA. Посмотрим, что у нас записалось сейчас. Аппарат с интересной механикой, без пасиков. Пасики только на счетчик, тут два. Воспроизводим сделанную запись, он двухголовочный.